Всех приветствую, это во-первых. Во-вторых, у меня соседи празднуют, поэтому если будете что-то слышать, всхлипы, стоны или звуки оргии, поэтому не надо, пожалуйста, меня ругать, это не я. От меня здесь ничего не зависит. Так. Ну, по названию видео, я думаю, вы догадаетесь, да, о чем гадание. А я сейчас выбираю одно гадание из двух, то есть вы его уже знаете, я пока точно не знаю. Карт у меня в руках пока нет. У меня есть только горячая кружка. И настоящий чай. Представляете, настоящий чай. Да, в коем-то веке я заварил себе настоящий чай. Так, все, хватит. Итак, на что мы с вами сейчас гадаем? Сейчас у меня будет два гадания. Одно я выложу не знаю когда, другое тоже не знаю когда и зачем. Ну, скорее всего, сегодня какое-то одно пойдет, а потом будет завтра, скорее всего, во вторник будет другое гадание. Так, на что погадаем? Самая легкая тема. Карты, скажите, пожалуйста, что у нас будет с законодательством, наше законодательство, российское законодательство, законы в течение полугода, 4-5-6 месяцев, что будет? Законодательство, законодательство, законы, законопачивание дыр и так далее и тому подобное, забивание щелей. Можете это, когда расклад уже там будет готов, можете просто перемотать, если что, и все, и нормально будет. Добро вам будет и счастье. Просто это ритуал, который мне нужно проводить. Я поэтому записываю всегда все, абсолютно все. Заодно проверяю, как работает у меня здесь камера, как работает сигнал. Потому что иногда подвисает. Так, почему-то две выпало, ладно. Законодательство будет плохое, законодательство нехорошее, либо тупик. Говорит об этом туз, который выпал у нас в самой середке. Это основополагающая карта, это корень, корень, от чего прорастает все. Вот так вот у нас будет законопачивание, что-то ударное будет. Может, мы будем нестись на всех парах к концу. Какому концу, пока еще неизвестно. Давайте посмотрим. Тяжелая болезнь родственника близкого. Будем наблюдать за страданием близких. Близких окружающих нас людей. Опять же, основа. Прорастает эта основа из вот этого. Либо это законодательный акт какой-то. Да, недовольство будет, оно связано, это с одной стороны какой-то любовный акт. Не знаю почему, но скорее всего он будет приниматься в одностороннем порядке. На дорогу вижу, темную дорогу и недовольство. Новый порядок, возможно, какой-то будет. Вероятность крайне велика по карте. Усугубление ситуации. Чего еще выпадает? Измена, предатель. Какой-то человек с явным предательством. Ну, дама, не дама, я не знаю. Может, это показывается срок. Тоже такое может быть.
Я человека хотел посмотреть, но не знаю, женщина навряд ли сможет принять вот такое законодательство. Но что здесь тут мужчина как бы проигрывается больше в середине. А мужчина несет дурное. Вот он, дурное над ними. У них еще здесь есть карта казенного дома. Вот так могу сказать. Любовный обман. С одной стороны, преподносится какой-то закон будет, он якобы хороший. Нет, он не хороший, он связан с каким-то предательством. Кто его принимает, я не вижу. Карты не показывают, кто его принимает. Я так принимаю, это какой-то коллегиальный орган, какой-то закон. Но здесь оно все в тупик идет, оно упирается рогами в стену. Бык назад не сдает, носорог назад не идет. Как тут еще сказать? Дорога в казенный дом, либо перспективы. Насчет казенного дома я не уверен. Родной дом может быть закрыт. Возможно, его откроет только король червы. Когда, не знаю. Порядок будет новый, 5 король выпадает. Вот здесь где-то король выпадает новый, не знаю где-то. Вот тут вот. Казенный дом, перспективы какие-то, перспективы у какого-то, возможно, человека будут. Но почему казенный дом? Может, из казенного дома он что-то будет говорить. А человек как будто в стране остается. Это человек, король червы. А, поездка со спутником. Вот их показывают двух королей. Двух королей, между ними переговоры. Вот здесь будет. Что еще показывают карты? А, материальная удача, успехи в деле. После всей головомойки будут успехи. Пойти в гости. Здесь либо займы, возможны какие-нибудь займы, либо что-то еще. Займы, кредиты, пойти в гости. Где-то мы там что-то будем спрашивать. Что еще? Ненадежный, плохой помощник, мошенник. Вот здесь. Если займы где-то искать, потому что денег... Перспективы денег есть, но перспективы упираются в займы. Займы будут плохие. Взаимодавец очень плохой. Пока что ничего не вижу. Пока что вижу только усугубление. Одно плюс. Здесь какой-то мужчина, король червы. И у них будет с королем пик переговор. Переговоры. Вот переговоры будут. Что на фоне вот этого всего будет происходить в стране, я не знаю. Я законодательство смотрю. Законодательство будет зависеть от короля пик. Ну, тут король пик выпадает. Вообще пик много выпадает. Так плохо, короче. Плохо. Это очень плохо. Очень плохо. Законодательство у нас... Какие-то законы будут приняты, я так понимаю. Один основополагающий какой-то закон. Какой-то как будто как... Как затычка в бочке, не знаю, почему-то вот так. Может, запрет на выезд будет, что-то в этом духе. Обсуждают, да, обсуждают пока, но... Если какой-то запрет будет, то это после выборов только. После выборов там какой-то период будет, 1-2 месяца, вот какой-то закон должен быть принят. 1-2-3 месяца, то есть это весна. А потом будет какой-то человек, будет вести переговоры, переговоры никуда не зайдут, в стенку упираются рога. Денег становится меньше, взаимодавец плохой. Здесь деньги почему-то проигрываются. Значит, что-то будет еще с законодательством, связанным с кредитами, либо с денежной системой. Кредит, взаимодавец очень плохой. Это лето где-то, лето. Какой-то взаимодавец плохой, он вообще отвернут. Обращение будет в другую страну, может это Китай. У Китая у самого больная ситуация. Законодательная система, просмотр приблизительный того, что может быть в
течение нескольких месяцев. Здесь как карты проиграются. То есть я скажу 2, 3, 4 месяца. Какой-то новый порядок еще плюсом ожидает. Не знаю, что это за порядок. А пока что все такое. В основах карты посредственные. То есть здесь хлопоты банально и любовь. Пока такое себе, но давайте посмотрим. То есть нейтральные карты. Гендерно-нейтральные карты. Так, давайте скажем. Отмена поездки. Возможно, да, возможно, здесь что-то запретят. Это в скорое время уже отмена поездки, чего-то запретят. Выезжать или что-то такое, перемещаться. Что-то такое, это еще порядок какой-то. Известие издалека. Ну, на основании, скорее всего, возможно, органа какого-то. Да, вот какое-то законодательство, я так понимаю, вот здесь оно идет. Где-то близко оно уже маячит. Запрет на выезд возможен. Дальше. События с пожилыми людьми. Насчет пожилых людей не знаю. Здесь не пожилые люди выпадают. Здесь выпадают люди 20-30 лет. То есть, ну, приблизительно младше меня лет на 10 и старше меня лет на 5. В среднем. Приблизительно, опять же. Ну ладно, на 5, на 10, ладно. Не вам, не мне, не вам. Плюс-минус 10 лет. Ну не знаю, сколько это пожилые люди. Тут не столько пожилые люди. А может события с пожилыми людьми, которые в правительстве? Новый источник доходов. Вполне может быть. Кого-то доить будут побольше. Определенно кого-то доить будут побольше. Здесь обсуждение идет. Да, доить будут. Не так, не намного, но здесь карта проигрывается. Она почему-то больше идет как 3. То есть дама это 3. 3%, 3, 6, 9, 12, 15. Выбирайте сами. Вот как-то так. Повышение чего-то возможно вот в ближайшее время. Это не полгода, это буквально 2 месяца. Вот так вот приблизительно вольты выпадают. Это 2, двойка. Приблизительно вот так. Это обсуждается, то есть поднятие чего-то. То есть, скорее всего, налогов. Срок маленький. Повышение возможно еще одно по истечении полугода. Срок первый маленький, да, второй полгода. Повышение в два этапа чего-то идет. Я думаю, это тарифы, возможно, чего-то тарифы. Первое, вот видите, 3. То есть это у нас, возможен третий месяц, там и так далее, и тому подобное. То есть январь, февраль, март, март-апрель это получается у нас приблизительно. И потом еще полгода прибавляйте. Это приблизительно, опять же, конец лета. Повышение. Дальше. Пока что здесь ничего такого нет. Но то, что вот оно все накладывается одно на другое, плюсом законодательство, законопачивание чего-то там, каких-то дырок почему-то законопачивание. Туспик выпадает, дырки законопачены будут. Это ближайшее время. Прямо ближайшее время. Я не знаю, почему у меня так выпадает. Я вроде ничего такого и не слышал о законодательстве. Но почему-то вот прямо законопачивание дырок. Мужских карт много выпадает. Значит, для мужчин. Порядок какой-то новый будет установлен в ближайшее время. Какой-то новый порядок. Рука холодная становится. Либо я неудобно сижу, либо что-то не очень хорошее грядет. Законодательство плюсом первое, второе повышение чего-то, каких-то тарифов идет, я так понимаю, тарифы. Тут такие уже старички, они решают, что тарифы надо повысить. Это второе. Третье, это из прошлого гадания, это получается безработица. Людей, возможно, за что-то будут увольнять. Четвертое, непонятно, что у нас с выборами, потому что повестка, она будет, но повестка будет проигнорирована полностью.
Пятое, возможен конфликт где-то внутри страны. Какие-то южные регионы, южные, ну, короче, ладно, будем в среднем говорить, это где-то вот европейская часть России. Все, что получается западней вот того города, где я вещаю, западней. Так. Что еще? Знакомый в беде. Какой-то знакомый окажется в беде. Если это король червы, значит, вы знаете, кто это. Обман какой-то ожидает. Разговор будет. Дорога будет. Еще разговор. Запрет чего-то. Чего-то запрет. Запрет. Король червы, да, король червы, на него будет что-то там. Что-то не совсем хорошее будет с королем червы. Он будет в беде. Карты показывают. Беда. Так, закон, закон. Закон, я еще раз говорю, это и постановление, это и штрафы, и так далее, тому подобное. Здесь проговаривается, оно уже проговаривается. Оно идет все в тупик. Оно все в тупик идет. Все в тупик идет. Все упирается в тупик. Карта тупик выпадает уже несколько раз подряд. Все в тупик идет, выхода нет абсолютно никакого. Разговаривать надо учиться. Разговаривать, учиться, учиться работать, объединяться, учиться зарабатывать деньги, учиться работать совместно, и карт не выпадает никаких боевых. Плохо, плохо это когда вот такой сорвиголова у нас идет. Сорвиголова идет, обсуждение на деньги, там что-то обман идет относительно денег, какой-то законопроект, что ли. Вот это плохо идет. Это плохо. Совет карты дают, это плохо. То, что хорошо, я вам сказал. То есть я рассматриваю, что хорошо, что плохо. Знакомый в беде, даю 3-4 месяца, какой-то знакомый окажется в беде. Ему надо уже думать на этот счет. Ему надо наперед думать на этот счет, обговаривать. А вот этот человек выпадает на родной дом. Ему надо уже продумывать ситуацию. Ситуация будет накаляться. Накаляться, поле будет зачищаться. Ему надо уезжать, уезжать, скорее всего, с какой-то женщиной, либо семьей. Протесты, протестов я пока не вижу. Вижу запрет на протесты и вижу южные регионы. Где-то там южные, вот это вот что-то там не очень хорошее есть. Южные регионы есть, но пока ситуация стабильна. Пока ситуация нейтрально стабильна. Давайте так говорить. Как напряжение в трансформаторе. Не подходи, бить не будет. Подойдешь, ударит током. Опасно для жизни. Так, первое сказал, знакомый в беде. Пустая поездка. Человеку надо продумывать заранее ситуацию. Человек, король червы, ему надо продумывать ситуацию. Больше я вас мучить не буду. Вдаваться в подробности также не буду. Я думаю, все понятно, то, что я сказал. Плюсом, минус там, ну, сами думайте там, ну, сколько. Ну, плюс-минус месяц, вот, как бы карты, они говорят, что какой-то законопроект будет. То есть там банально... Что у нас сейчас? Февраль, март. Вот конец февраля, прибавляйте там плюс-минус месяц, законопроект. Потом повышение, я так понимаю, это какие-то тарифы, возможно, в два захода. Это у нас весна и конец лета, осень, где-то начало осени, повышение тарифов. Человек в беде, проигрываются карты. Недовольство, опять же, почему-то у меня король с полумесяцем выпадает, недовольство. Да, набухает ситуация. Вот проблемные у нас короли выпадают, на них там получается не совсем хорошо. Не совсем хорошо получается срок 3, чего-то 3. Срок может опять что-то там где-то вспыхнуть. Срок 3, у короля тоже 3 срок. Не очень хорошо вот у них, вот у этих двух... Эпостасии, давайте так говорить, потому что король это единственное число, а вот здесь вот у нас идет народность. Ничего, ни протестов я пока не вижу, здесь что-то другое будет, я насчет протестов спросил,
Если не протесты, значит что-то другое будет. Я пока все про мирное спрашиваю. А вот немирное возможно. Немирное сразу спросил, выпадает дама пик. Ну, сами думайте. Вот, как бы граждане. Граждане и короли тоже сами думайте. Вы под собой носите десятку пик. Больше мне сказать нечего. Вот так вот у меня получилось. Ну-ка, сочетание. Что у нас, король и десятка пик? Сходить. Дружеская встреча. Ну, вот будет в дружеские встречи с дамой пик, значит. Ну, вот так у меня получается законодательство. Спасибо, что смотрели. Удачи всем. И надеюсь, что мое предсказание не сбудется ни в коем разе. Спасибо всем. До свидания.